Здравствуйте. В эфире национального телевидения «Чуваши». Очередной сеанс правительственной связи. Первый в 2018 году. Сегодня у нас в студии заместитель председателя кабинета министров, министр финансов Чувашской республики Светлана Енилина. Светлана Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Александровна, буквально на днях пришла хорошая новость. По данным научно-исследовательского финансового института России, Чувашия улучшила свои позиции в рейтинге регионов по уровню открытости бюджетных данных. Второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое в целом по России. Поясните, пожалуйста, что это означает и за счет чего удалось добиться таких результатов. Да, действительно, сегодня Министерство финансов Российской Федерации и правительство Российской Федерации уделяют очень много внимания, чтобы обеспечить публичность прозрачных бюджетов. Для нас, конечно, эта задача также номер один. И, соответственно, мы активно занимаемся для того, чтобы обеспечить прозрачность, публичность своего бюджета. Для этого мы работаем в разных направлениях. Соответственно, у нас создан на нашем сайте портал, специальный портал по управлению общественными финансами. И наша задача, действительно, наш бюджет, чтобы он был публичным и прозрачным. Мы данной темой более активно начали заниматься в 2015 году. В 2015 году мы занимали 42-е место, в 2016 мы уже были в первой двадцатке с высоким уровнем открытости бюджета. Соответственно, как вы уже говорили, в прошлом году наш рейтинг повысился, мы были на 7-м месте, в первой десятке, и с уровнем, очень открытый уровень бюджета. С очень высоким уровнем открытости бюджета. Вот как технически это как происходит? Что это вот означает? Можно, то есть любой желающий может зайти посмотреть? Или это только для финансовых органов, для контролирующих? Любой желающий может посмотреть. Для того, чтобы обеспечить, получить такое вот высокое место, необходимо, конечно, взаимодействие всех органов, которые работают по принятию, утверждению бюджета. Данный результат мы могли получить только во взаимодействии Государственным советом Чувашской республики, также контрольно-счетной палатой. Но, в общем-то, тут несколько критериев по оценке на уровне Российской Федерации, как вы уже говорили, методику разрабатывает и оценивает субъекты Российской Федерации научно-исследовательский финансовый институт. Но, соответственно, методика, она ежегодно совершенствуется. Ну, тут есть очень важные критерии, основные критерии, которые они всегда сохраняются. Это первое — разработка бюджета, первоначальный бюджет и материалы к нему, последующим уже утверждение бюджета, внесение изменений, то есть уточнение бюджета. Соответственно, здесь важное значение имеет и бюджет для граждан, такой вот проект есть еще, и, соответственно, финансовый контроль. По всем этим параметрам, критериям обеспечивается оценка бюджетов субъектов Российской Федерации. Ну вот, насколько я успела прочитать, финансовый контроль и бюджет для граждан – это как раз те критерии, по которым мы занимаем вообще лидирующие позиции. То есть вот они признаны лучшими. Что да, это значит? Совершенно вы правильно говорите. Бюджет для граждан – это проект Министерства финансов Российской Федерации и открытого правительства. Основная задача данного проекта – это в доступной форме довести информацию до наших граждан, чтобы она была доступной, понятной и для профессора, и для простого рабочего. Соответственно, вся информация предоставляется в графическом виде, в виде картинок, ну, соответственно, и текстовая. И оно предоставляется, как я уже говорила, в доступном, понятном форме для всех, кто желает получить информацию про бюджет. Для нас, конечно, это тоже очень важный проект. Мы ежегодно проводим даже конкурс на представление, так скажем, бюджета в лучшем виде бюджета для граждан. Мы даже в прошлом году своим проектом участвовали в федеральном конкурсе, заняли 3-е место, считая, что достойно был представлен проект. С текущего года мы также будем стимулировать, кто будет участвовать в данном конкурсе. Приглашаем и вас. Тут в разной форме представления бюджета можно принимать и представить на конкурс. Мы даже ценный призыв текущего года утвердили. И очень надеемся, что получим тоже очень интересные работы. И также хочу сказать, что мы все предложения по совершенствованию данного проекта принимаем. Для нас это очень важно. Какая информация публикуется? То есть абсолютно все, что происходит с бюджетом, доступно для граждан? Да, однозначно. И доходная часть расписывается, какие доходы, как вообще формируется доходная часть бюджета. В последующем более интересно, конечно, расходы бюджета. Граждане должны знать, потому что мы понимаем, что доходы бюджета, первая часть, это налог. В основном это налоговые
свои доходы. И, соответственно, каждый налогоплательщик должен понимать, как же в последующем используются, расходуются их деньги. Соответственно, расходная часть, она тоже расписана. Можно получить информацию в разрезе программ, можно получить информацию именно программы, как финансируется, какие целевые показатели этих программ, как целевые показатели достигаются, какие индикаторы и так далее. Соответственно, всю информацию можно получить по расходам бюджета также. А второй критерий – финансовый контроль, по которому мы тоже лидируем. Что входит в это понятие? Да, финансовый контроль сегодня практически в постоянном режиме, так скажем, совершенствуется. У нас сегодня имеет место быть и внутренний финансовый контроль, и внешний финансовый контроль. Внутренним финансовым контролем это занимается Министерство финансов Чувашской Республики, а внешним финансовым контролем это контрольно-счетная палата. Соответственно, основной акцент делается вообще на открытости вот данной работы. Вот контрольно-счетная палата тоже очень активно работает в части обеспечения открытости их данных, публикуется и постоянно обновляется план их мероприятий, план проверок, в последующие материалы по проверкам и уже конкретно какие действия, решения были приняты по итогам проверок. Вся эта информация, контрольно-счетная палата тоже очень активно в данном проекте участвует и, соответственно, дает нам возможность получить такие хорошие рейтинги. Светлана Александровна, вот вы упомянули, что среди критериев, по которым оценивается открытость, уровень открытости бюджетных данных, есть такой, как внесение изменений в закон о бюджете. Вот буквально на днях первое в этом году изменение в закон о бюджете уже было внесено. Как изменился бюджет по сравнению со стартовыми цифрами и чем вызвано было это увеличение? Да, действительно, мы уже уточнили бюджет в текущем году. По сравнению с другими годами, более в ранних сроках мы уточнили. Это было связано с тем, что у нас сдвинули сроки подписания соглашения с федеральным центром. Если это до 1 марта раньше было, то в текущем году до 15 февраля. Для того, чтобы все условия по соглашениям обеспечили мы со своей стороны, со стороны Чувашской Республики, соответственно, мы в ускоренном режиме так и внесли изменения в наш бюджет. Ну, соответственно, основные, как скажем, почему основные причины уточнения бюджета – это, во-первых, и изменения по доходам и по собственным, и по безвозмездным поступлениям из федерального бюджета. По доходам мы увеличиваем бюджет на 3,2 миллиарда рублей. Это существенный рост к уровню прошлого года. У нас безвозмездное поступление 2,8 миллиарда рублей, что на более чем на 8% больше, чем уровень прошлого года. Соответственно, все эти суммы у нас и безвозмездные собственные доходы, они расписываются по направлениям. Расходы мы увеличим на большую сумму, на 4,5 миллиарда рублей, более чем 8% рост к уровню прошлого года. Практически по всем направлениям идет рост. Вот у нас увеличивается и дорожный фонд более чем на 1 миллиард рублей. Он составит 5 миллиардов рублей, также с положительной динамикой к уровню прошлого года. 5,7 миллиардов составят инвестиционные расходы. При уточнении мы предусмотрели новые объекты. Это и строительство школ, это строительство садиков, и домов культур. И, соответственно, достаточно серьезная сумма предусмотрена и на укрепление материально-технической базы наших учреждений. В целом, с учетом этого уточнения, у нас доходы составят 46 миллиардов рублей, 47 миллиардов расходы, дефицит 1 миллиард рублей, государственный долг 13,9 миллиардов рублей, что равно 50,9% к собственным доходам. Мы считаем, что уровень долга у нас экономически безопасный уровень, соответственно, он нам позволяет совершенно спокойно обеспечить свои обязательства и, соответственно, нет никакой нагрузки по обслуживанию государственного долга. Кстати, были в прошлом году, насколько я помню, предложения от некоторых депутатов Госсовета о том, что, может быть, мы слишком много уделяем внимания поддержанию госдолга вот на таких цифрах, и там вполне можно было его немножко увеличить. Ну, я считаю, что это, как сказать, безответственно немножко подход к государственному долгу. Это, во-первых, позиция и Министерства финансов Российской Федерации, и правительства Российской Федерации. Это, соответственно, выровнять государственные долги субъектов Российской Федерации до экономически безопасного уровня. Соответственно, это все обязательство прописывается и в получении бюджетного кредита, и в получении дотации. И при этом мы сами понимаем, что увеличивая просто государственный долг, в последующем тратить огромные деньги на его обслуживание. Считаем, что вот это как раз безответственный подход к
к нашему бюджету, безответственный подход к деньгам, так скажем, налогоплательщиков. То есть государственный долг, так же, как и любой другой долг, чем меньше, тем лучше. Да, как и другой любой долг, он требует обслуживания, то есть расходы на обслуживание. В любом случае нужно выделять деньги из бюджета. Соответственно, уровень госдолга и его работа с ним по уменьшению, она влияет и на распределение объемов дотаций с федерального бюджета. В последующем мы получаем, наоборот, так скажем, некие дополнительные ресурсы с федерального центра для обеспечения наших же полномочий. И, соответственно, именно придерживание госдолга на экономически безопасном уровне, он дает только плюсы нам. Вообще, как часто происходит изменение бюджета и с чем это связано, чем вызвано? В основном это связано или новые объекты необходимо нам включить в проект. Понятно, в любом случае, конечно, в первую очередь, имеем ли для этого источники. В первую очередь, конечно, мы смотрим на возможности по доходам. Если доходы у нас идут сверх плановых значений, то, соответственно, принимается решение по внесению изменений в бюджет. В последующем уточняются и доходы, и расходы, предусматриваются новые объекты и новые расходные обязательства республики. В основном оно связано с, так скажем, ростом собственных доходов. Вы сказали увеличение. Мы, в общем, привыкли к тому, что, как правило, изменение бюджета в сторону увеличения. А были в вашей практике и вообще за время работы в органах государственной власти моменты, когда приходилось уменьшать бюджет? У нас были такие случаи, но оно не в целом по бюджету касались. Касались у нас в целом по дорожному фонду. По дорожному фонду как раз плановые значения по доходам они не обеспечивались. Меньше было при уточнении мы уменьшали. Но при этом все обязательства по дорожному фонду мы обеспечили выполнение. Даже предусмотрено был, так скажем, некий запасной вариант. Если муниципалитеты не обеспечат выполнение обязательств по дорожному фонду, была возможность привлечения льготных кредитов дорожными компаниями, которые исполняют контракты с субсидированием из бюджета. Даже не пришлось применить этот механизм, хотя в бюджете было заложено, но уложились те параметры, которые были в уточненном бюджете предусмотрены. Вообще, когда происходят такие вещи? Понятно, что во времена кризисов. Да, это был 2014 год. В общем-то, доходы, они упали по источникам дорожного фонда. И, соответственно, такая мера по уменьшению была принята. Но все, я же говорю, контракты, которые были подписаны, обязательства по этим контрактам и муниципалитеты, и республика выполнила. Перераспределение расходов, допустим, по статьям часто практикуется? Да, это я считаю, что мы постоянно работаем по поводу совершенствования, по поводу эффективности использования бюджетных средств. Внутренние резервы – это всегда является источником, так скажем, дальнейшего развития, совершенствования. Мы всегда считаем эффективность использования каждого бюджетного рубля. И если мы сегодня видим неэффективное использование в том или другом направлении, то мы всегда работаем с министерствами по поводу пересмотра направления, изменения вида поддержки, для того, чтобы она более эффективно работала, каждый бюджетный рубль, чтобы более эффективно работал. Изменение расходов по статьям, по разделам, оно в общем-то в такой постоянной работе. Не имеет еще и стимулирующий эффект. Да, имеет еще и стимулирующий однозначно. Как вы в целом можете охарактеризовать бюджет 2018 и на плановый период до 2020? Вообще, насколько удобно работать с бюджетом трехлетний? Но с трехлетним бюджетом, конечно, удобно работать всем. И Министерству финансов, которое в целом отвечает за бюджет, и органам исполнительной власти, главным распределителем бюджетных средств. Потому что каждый понимает, какие объемы финансовых ресурсов они обладают за этот трехлетний период. Соответственно, у нас бывают и большие стройки, которые в один финансовый год не завершаются. Для заключения длинных контрактов как раз и нужно необходимо эти трехлетние периоды. Сегодня понятно, когда у нас приходят подрядчики на выполнение тех или других работ, на стройку нашу, мы сегодня, в общем-то, не авансируем стройки. Сегодня строительные компании должны иметь, так скажем, возможность строить самостоятельно. И в последующем они, конечно, и требуем от них
и банковские гарантии. Банки тоже предоставляют гарантии только в том случае, если они в бюджетах субъектов Российской Федерации видят в полном объеме финансирование того или другого объекта. И поэтому трехлетнее планирование, и именно оно дает возможность привлекать строительные компании, создать конкуренцию среди них и всем главным распределителям понимать, в каких объемах будет финансироваться их программа в последующие плановые периоды. Давайте вернемся все-таки к бюджету прошлогоднему. Как, насколько эффективной была работа с ним и что удалось обеспечить себе в качестве, может быть, задела на этот год? Или, возможно, что-то не удалось сделать? Бюджет прошлого года он был достаточно устойчивым. Считаю, что вот все обязательства, которые были приняты, они выполнены. Соответственно, кроме как обязательств, у нас есть еще по бюджету, расходным обязательствам, которые мы приняты, у нас есть еще обязательства по соглашениям с Министерством финансов Российской Федерации. Это по получению бюджетного кредита, по получению дотации. Все обязательства мы тоже в полном объеме выполнили. И, соответственно, еще могли создать задел для текущего года. Вот то, что я говорила в своем, уже чуть раньше в своем выступлении, что у нас расходы увеличиваются больше, чем доходы. В последние изменения? При последнем изменении у нас расходы увеличатся на 4,5 миллиарда рублей, а 3,2, я говорила, у нас доходы увеличатся. Вот эта разница как раз и задел, оно прошлого года, соответственно, мы смогли сделать этот задел для того, чтобы мы уже в текущем году взяли на себя новые расходные обязательства, новые объекты для строительства, ну, которые как раз и были прописаны в нашем бюджете уже в новой редакции. Действительно, устойчивость и маневренность бюджета прошлого года она обеспечена, и, соответственно, как вы говорите, достаточно хороший задел и на текущий год сделан. И, Светлана Александровна, вот давайте еще поговорим об одном очень интересном направлении. На днях ваше ведомство предложило дорожную карту по реализации проекта «Безналичная Чувашия». Ну, то есть мы примерно себе представляем все, что это такое. Но если поподробнее, какие точки появятся, какие вот маршруты на этой дорожной карте и к чему нам всем готовиться? Ну, действительно, конечно, безналичная Чувашия мы объявили, потому что сегодня очень большой процент, это 75% наличного оборота. Это один из высоких показателей среди субъектов Российской Федерации. Как министр финансов Российской Федерации говорит, что это и есть тот вот серая зона экономики, и мы должны работать над уменьшением этой доли и, соответственно, увеличением, конечно, безналичного оборота, и поэтому мы запустили совместно с банковскими учреждениями данный проект. Ну, здесь, конечно, активно участвуют сами кредитные учреждения, ну, они заинтересованы в данном проекте, соответственно, мы, конечно, как правительство тоже заинтересованы. Здесь, конечно, заинтересованность должна быть и каждого гражданина, мы понимаем, что оплачивая, так скажем, и свою покупку, и все свои там расходы, получение услуг через карты, мы понимаем, что вот, в общем-то, мы обеспечиваем, так скажем, прозрачность, публичность и движение денежных ресурсов, денежных потоков на нашей территории. Ну, я думаю, что с учетом появления уже национальной карты, карты МИР, я думаю, что у нас доля безналичного оборота увеличится. Но мы тоже, конечно, со стороны правительства принимаем ряд стимулирующих мер для того, чтобы было интересно всем внедрить данную услугу, так скажем, безналичной формы оплаты. Ну, соответственно, наша задача как раз, конечно, уменьшить эту вот долю наличного оборота, увеличить безналичный оборот. Вывести деньги в легальное финансовое пространство. Это позволит нам и простимулировать дальше развитие экономики, он позволит нам, в общем, не выводить деньги из экономики. Насколько я понимаю, это часть вашего большой программы по повышению финансовой грамотности населения. Да. Что еще в эту программу входит? Ну вот по финансовой грамотности тоже мы не первый год уже работаем. Это очень тема важная. Она вот ведется с Министерства финансов Российской Федерации. Мы даже в прошлом году предусмотрели приобретение учебников для наших школ. Мы работаем тут разными слоями населениями. Даже на 1 сентября мы нашим первоклассникам дарим раскраски по финансовой грамотности. В последующем мы уже вот в школах сопровождаем
предлагаем открытые уроки, проводим дни сбережения, недели сбережения. Мы привлекаем разные финансовые компании по увеличению финансовой грамотности нашего населения. Работаем и школьниками, и студентами, и работающим населением, и пенсионерами. Потому что, как практика показывает, всякие вот финансовые пирамиды, мошенники, они большей части вот, в общем-то, находят для себя именно социальных групп, это вот наших пенсионеров, и обманутыми большей части они остаются. Поэтому, чтобы защитить права наших граждан, чтобы они сами понимали, что можно, что нельзя, что в последующем приведет к нарушениям их прав, мы тут вот совместно с кредитными учреждениями, с Национальным банком, с Министерством финансов Российской Федерации реализуем данный проект по финансовой грамотности. Это у нас долгосрочный проект, он и будет иметь свое продолжение. Здесь нужно благодарить все образовательные учреждения. Они очень активно подключились и в реализации данного проекта. Какой-то эффект вы уже почувствовали? Да, можно сказать, по данным МВД, вот как раз количество людей, которые пострадали от мошенников или от вот всех этих финансовых пирамид, оно вот имеет тенденцию к уменьшению. Но наша задача, вот, в общем-то, еще больше повышать финансовую грамотность, чтобы вообще не было таких вот людей, которые пострадали от этих мошенников. Ну вот есть еще одна вещь, которую вроде бы и мошенническими схемами не назовешь, но тем не менее вреда от них ничуть не меньше. Это микрокредитные. Да. Это как раз и отсутствие, так скажем, грамотности. Мы сегодня необходимо правильно научиться читать все условия по получению вот этих вот кредитов, микрофинансовых услуг в последующем, чтобы не заплатить втридорога за полученные ресурсы. В общем-то, здесь, конечно, и Центральный банк достаточно серьезную работу проводит для того, чтобы регулировать деятельность этих компаний. В любом случае, каждый человек, который получает ту или иную услугу, он четко должен понимать и научиться читать эти условия получения этих вот денег или денежных ресурсов. Спасибо большое вам за подробные ответы на наши вопросы. Я надеюсь, что в течение года мы с вами еще не раз встретимся в этой студии. Я напомню, что сегодня нашей собеседницей была заместитель председателя Кабинета министров, министр финансов Чувашской Республики Светлана Енилина. Спасибо большое за внимание. Всего доброго.